Ну, подивися дестроєр, як там фрегатів дійсно. Сайті був дестроєрів есмінців на столицю відправили. Тут. Вот тут запасной, да. Может бросить базу отойти, а потом это на ну, базе же будет принять. Летит. 7 фрегатов, пару крейсеров. И эсминец, ну десяток и плюс. Ну десантный там уже сколько. У него 12. 15 угол, то есть это непонятно, то ли 16. Ну да, 16. Ну. Это еще одна заруба. Ну мы крейсер подогнали, 16 это 14, у них плюс 2. У нас плюс 50, у нас как 21. Ну мы не знаем на самом деле. Доводить. Ну можно лишь потом перезахватить, но просто у нас нету не произведены десантные отряды, потому что нету. Ну, во-первых, где-то их производить. Это наши поинты увеличились. Академию, короче, поставили. 7 ходов космической академии. Любовь. Ну, станция прибыла. Ну, военный пост на постоку, поскольку тут нужен, но ну, он даст, например. Ну реально, что мы с Персеев за Леди Баг можем защитить. Сюда что-то прилететь, если это кто-то появится. И с этой базы тут наблюдать. Ну, чтобы какую-то планету или контр-удар. Ну, защитить планету. Фрегат 10, а тут какие фрегаты? И тут 10, ну я выжить надо. Тут генераторы 5 туров. Застрял этот. Мы можем купить. Ну что, чтобы про шахтеров поднакачать. Что, поддержку на население еще что-то. Раз оно застояло. Ну что, плюс один кого-то получить. Сквар 5 туров, 4 изменить, 7 туров изменить. Тут уже 32 населения, надо кого-то выселять. Куда-то. Что пока нарастет, это когда оно будет. Ну 19 лучше чем. Тут, ну тут он не изменил. 4, как было разменить. Монра 10 и 14, это еще до затряда, но не все заполнятся, он не так быстро как всего растет. Диаб, да, можно прибавить, он тут быстро изменит, там что-то делает. А ну. Раз, два. Ну потекло. Экология его очень стала. Тут. Ну я такой натуру изменил. Не, вот это сокращает, ну. Не настолько тут. Ну пока это не появится. Штука. Не мало пару туров достроя. Ну никогда, ну надо. Ну, крипто. А, надо поменять же, да. Обратно.
Наверное, взлетит и с населением, типа, сразу, которое появится. Ну, то есть без основы, без космической академии, там флота развивать, там это тяжело, да. Может, лидеры какие-то начнут появляться. Вот ты сейчас как-то было 44, а 39, наверное. 20 тоже. Ну давай. Пускай 20. Ну не изменила технологию, тут 6 пока. Ну как раз 14 туров, с этого улучшит и сразу население там, наверное, тура останется. Но мы сразу грейдим и тут из 12, а лимит будет 20, наверное. Ну или 18, скорее всего, что 20. Биом стундровых океанических прыгнет, то есть, ну, сверх прогрессия, да. Лисин. Ну не 500, а на сотку сократил. Наверное, мы купим все-таки, потому что она застыла. Ну, чтоб робошахтерам быстрее не увеличить это все. И в этот, типа, невозможно. Ну, даже кусты на них некого поставить, все занято на линкор. Ну, появится кто-то, может, перекинет, перетасуем. Но тут все равно не раз, 6 там туров. Ну, 3 воплотить вообще толку нет. Сейчас она все равно будет. Ну, почти как триллион 300 гардов, а ну в реале 400 будет. 500 там с чем-то. Полтора, ну, проще 1,5 триллиона. Мирамакс. Вот и Мирамакс сейчас это. И Скварпитур. Ну, в общем, что мы идем пока. Ну, большая заруба уменьшается. Акулу, слушай, да. Ну, не раньше, чем мы этих разобьем. Это потом с этими с базами. Но их база, если все он прилетит, то он же не уставит. Он не с нами. Оттуда вообще никаких новостей нету, так, из этих империй, где какие должны были. Но Миклары в Ерос навряд ли, что они могут взять оттуда. Но все не так объединено, их не разделено, их не вклинилось. Может, там империя не река какая-то. Ну вот эти. Еще кто-то прибыл, еще непонятно. Ну сейчас база будет готова. Но нам здесь без линкора сюда вот так дослуживаем. В кота 2 небольшое землетрясение. В каком когда было? Ты чё, озверели, блядь, короче? Он еще орду фрегатов привел. Четыре эсминца. Ну, это то же самое. Три эсминца и крейсер. Еще фрегатов, а тут. Шесть, семь фрегатов. Два крейсера. Что-то он прямо размножает. Откуда они понабирались? Семь.